Героическое прошлое и мирное настоящее. Их объединение дает тот самый эффект, который трудно передать словами. Настолько он силен эмоционально. Когда в одном месте собираются сразу три поколения, когда само место хранит в себе непростую энергетику, эта встреча приобретает особое значение. Равнодушных попросту нет. Желание общаться огромное, как и желание максимально приблизиться к атмосфере далеко не праздничных солдатских будней, когда твой кров – это накат из бревен или брезентовая палатка, или просто небо над головой, а уж в октябре оно очень непредсказуемо. Но ни дождь, ни ветер, ни походные условия не испортили участникам этого интереснейшего мероприятия настроение и желание в очередной раз помериться силами. Скорее наоборот, еще в преддверии состязаний претенденты на призовые места были видны невооруженным взглядом. Они рвались в бой, и не порадоваться их настрою и самобытности было просто невозможно. Ой, такое впечатление, хорошее, хорошее. Ну что ж мы там понимаешь, как в клубе туда-сюда. А тут свежий воздух, а сосна, а ель. А самое главное, с нами ветераны наши, которые нам такую дали, понимаешь, как жизнь, а? И несмотря на плохую погоду, мы все просто, все здесь сплотились, дарим всем любовь, улыбки и просто радуемся жизни. Ощущение, конечно, просто супер. Хочется, чтобы таких мероприятий было как можно больше, потому что все-таки такие мероприятия, они сплочают людей, сплочают, причем людей всех возрастных категорий. Это ж не будни солдатские, я не знаю, сама жизнь сама. Солдатские будни. Мероприятие серьезное и длится не один час, ведь состязаний очень много, и желающих принять в нем участие с каждым разом становится все больше. Вот почему мы решили уделить этому проекту не просто сюжетное время, а рассказать обо всем, что произошло в тот день, еще и в формате целой программы. Она выйдет в этот четверг, 27 октября, в 20:40. Солдатские будни ждут вас. Не пропустите.